Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре автокомпрессор от южнокорейской компании Hyundai. Код товара HHY30. Hyundai выпускает не только автомобили, они выпускают качественный инструмент и также автоаксессуары. Компрессор поставляется в картоновой упаковке и характеристики, которые указывает производитель. Производительность данного компрессора составляет 30 литров, максимальное давление 7,5 атмосфер. Время накачивания колеса размером R15 до 2,3 атмосфер составляет 3,5 минуты. Рабочее напряжение 12 вольт. Питание от компрессора от прикуривателя автомобиля. Рабочий ток 15 ампер. Длина шланга 45 сантиметров и длина провода 370 сантиметров. Гарантия на компрессора Hyundai составляет 3 года. И выпускаются они, это брендовый компрессор, он выпускается в Корее. То есть это не Китай, а сделан он и собирается в Корее. В комплекте идет очень обширная инструкция с гарантийным талоном. Здесь и обслуживание, и подготовка к работе, и возможные неисправности компрессора. По корпусу. Корпус полностью из пластика, но пластик высококачественный. Все детали идеально подогнаны друг к другу. То есть нет люфтов никаких. Рукоятка из плотного материала сделана. Она также слаживается, то есть, чтобы не мешала в багажнике время транспортировки. Шланг, как видите, прячется сбоку. Длина шланга 45 сантиметров. Он из мягкой резины и сверху оплетка из ткани идет. Коннектор для подсоединения к колесу тоже удобный, так как не нужно накручивать. Вставили и защелкнули. Также он прячется сбоку корпуса. Четыре запасных колпачка также на компрессоре есть. То есть вы никогда их не потеряете, можете фиксировать их в корпусе. Далее отсек. В отсеке здесь 4 дополнительных коннектора для накачки колеса, лодки и коннектор вот такой резьбовой, скорее всего, для велосипеда. Манометр съемный. Вот. Таким образом он снимается. И вы можете его использовать отдельно для того, чтобы замерять давление в колесе. Питается он от батарейки. При установке в компрессор он выполняет функцию автостоп. Можете здесь давление выставлять нужное вам. И кнопка включения-выключения находится посередине компрессора. Шнур прячется в отдельном отсеке. Длина шнура 370 сантиметров. Что достаточно для накачки всех 4 колес в автомобиле. Питание от прикуривателя. Также прикуриватель установлен, вы можете менять предохранитель. Он установлен в прикуривателе при подсоединении вот в этом отсеке. То есть в данном компрессоре акцент сделан на компактность. То есть нет выступающих деталей, нет отдельно шланга лежащего, спирального. То есть все прячется в корпус полностью. Гарантия, также большой плюс, на компрессорах Hyundai составляет 3 года. И отзывы. По отзывам в интернете очень часто спрашивают нам. У нас отзывы от всех покупателей только положительные по данному компрессору. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Покупайте качественный инструмент, ставьте лайки, кому понравилось видео, и комментарии, у кого был опыт использования данного компрессора. До свидания.